Криминал. Наркотики по почте около 2 лет приобретал житель Курской области. Объемы поставок героина порой составляли около 100 граммов. Оплачивал покупки мужчина через терминалы платежных систем. Оперативники разоблачили детали преступной схемы. Зелье в конвертах приходило в регион из Московской области. Поставщика еще предстоит установить. Курский получатель дурмана задержан. Оперативниками изъято 71 сотая грамма героина. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное статьей 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он заключен под стражу. В настоящее время в следственном отделении управления ведется сбор дополнительных доказательств, выявление новых фигурантов этого дела. Если вина подозреваемого подтвердится, ему грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.